Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Лилия Сабирова. Я представляю город Казань, Татарстан. Я директор гостиницы «Особняк Центральный». Татарстан – прекрасный, замечательный город, где проживает большинство мусульманов. И на сегодняшний день, я думаю, что это один из единственных городов в мире или республик, где помещаются на одной земле и церкви, и мечети, и мы живем в мире, и согласии, и нет с этим проблем. Татарстан, Казань, столица Татарстана, сегодня уже Казань официально признана третьей столицей России, спортивной столицей. Очень много построено спортивных объектов. В 2013 году в Казани проходила универсиада, в 2015 году проходили игры, чемпионат по водному виду спорта. В 2017 году, в этом году, мы ждем у себя гостей на Кубок Конфедерации. В 2018 году в Казани пройдет чемпионат мира по футболу. Тоже ждем гостей. Вот. Наша гостиница находится в самом центре города Казани. Рядом все достопримечательности. Знаменитая мечеть Куль-Шариф, Казанский Кремль, любимая туристами пешеходная улица Баумана. Из нашего отеля открывается замечательный вид на Куль-Шариф, на театр оперы и балета. Рядом все возможные ресторанчики, магазинчики, кафе, бары на любой вкус и кошелек. И девиз нашей команды – что может быть важнее домашнего уюта. Откройте Казань вместе с гостиницей «Особняк на Театральной». Где наша аудитория может более подробно узнать о вас? Подробную информацию о нашем отеле вы можете узнать на нашем сайте www.osobnyak-t.ru. В октябре я был в Казани, это замечательный, чудесный город, там, где живут замечательные, чудесные люди. Я хочу передать привет всей Казани. И благодарю вас за подробную и интересную информацию. Хочу отметить, что там имеется замечательный Благовещенский храм, мечеть Куль-Шариф, и, что меня очень затронуло, храм всех религий. Замечательное место. Благодарю вас еще раз. Спасибо вам.